Нравится? Нормально. Вроде порядок.
Ну вот, порядок. Привет, это снова я. Знаю, знаю, я уже давно тебя не навещал, просто... В общем, мы снова столкнулись с упокоителями, с Карлосом. Ну, короче, оказалось, Карлос – это один наш бывший знакомый. Когда-то он был не последним человеком у нас в мотоклубе. Да, знаю. Удивительно, что он выжил. Джесси, мать его, Уильямсон. В то время как столько наших погибло. И я тебе не рассказывал про этого Джесси. Но потому что тебя бесит, когда я говорю про наши дела. Скажем так, произошло нечто плохое. Очень плохое. И Джек, он выгнал Джесси из клуба. Но если ты не в клубе, ты не можешь носить цвета. И вот тут проблема. Проблема в том, что у Джесси была татуировка на спине, такая же, как у меня. В общем, я, Бухарь и Джим, мы его прижали. А Джек взял горелку и выжег ему татуху. Слушай, я этим не горжусь. Не горжусь. Я не рассказывал тебе, потому что знал, что ты не станешь жить с тем, кто способен на такое. И слушай, я бы сказал тебе, что я изменился, но теперь-то уже нет никакого смысла врать. Я его убил, Джесси. Мне пришлось. Он превратился в полного психопата, но... На этом мы не остановились. Мы с Бухарем их взорвали, упокоителей. Мы разнесли их лагерь, утопили их всех, как крыс. И знаешь что? Мне их не жалко. Просто хочу, чтобы ты знала. Ладно. Мне пора. Поговорим еще. Это один из намагов. Эй, Дик, как твои дела? Лагерная жизнь, да, Мэнни? Просто супер, да?
собираешься просто так стоять? Лады. Эй, заходи еще. Вдруг что-то появится. Эй, Дика. Ну, как жизнь, Дэймон? Стоящая вещь. Я могу предложить еще что-нибудь. Больше ничего? Класс. Хорошо. Все остальное. Спасибо, Дикон. Люди свихнулись, стреляли во всех, кто казался им психом, не понимая, что они сами... Пока что это все. Я застрелил одну женщину. На глазах у ее детей. Она убила человека, хотела забрать мне продукты. Привет, Дик. Как там жизнь в Водище? Дети были заперты в машине. Привет. Как жизнь, молодая? О-хо-хо, неплохо. На сегодня это все. Дик, Дик, скоро как увидимся, дела? Да? Дэймон. Сейчас открою. Это же мой любимый клиент. Сейчас открою. Надо же. Что тут произошло? Осталось тут после них хоть что-нибудь стоящее? Держится. Какого хрена? Я нашел тех, кому могу доверять. Тех, кого это все не устраивает, как и я. Я тебе зачем? Вот, посмотри. Ты был прав. Насчет жены. Где ты это взял? Когда шла эвакуация, уровень только допуска. Сотрудников Нера, федералов. Так вот, у Сары и Рен Уитакер был 4-й уровень допуска. Уровень допуска. Она улетела на базу разведки. Возле Форт Рок. Отведи меня. Нет. Нет? Я же тебя подбросил, мы вроде друганы. Базы нет. Что? Год назад. Местное ополчение. Ополчение? Ну и где их лагерь? Ну, не знаю. Как вы можете не знать? У вас же вертолеты, спутники. Где-то рядом с Крейтер Лейк. Но туда нельзя лететь, ясно? Там блокпосты, ракеты, гранатометы. Крейтер Лейк. Крейтер Лейк. Знаешь, чем мы здесь занимаемся? Мы изучаем эволюцию зараженных. Она идет вовсю. Сейчас мы в аду. А дальше будет хуже. Намного хуже. Иди ты к черту, Брайан. Мне наплевать на все это. Бухарь!
Бухарь, ответь! Статик! Слушай, тут такое дело. Год назад мы с Майком, мы хотели поехать на юг, но перевал с Антием был закрыт. А он сказал, что знает другой путь. Дик, Майк сейчас не особо нами с тобой доволен. Да ты просто послушай меня, ты помнишь, что он сказал? Майк-то? Да, он хвастался, что знает тут все козьи тропы на сотни миль, сказал. Есть дорога, которая идет вокруг горы Тилсон, кажется, гора Тилсон, как-то так. Тилсон, да, точно, перевал Тилсон. Да, только нахрена тебе... Стоп, Неру, черт, ты поговорил, она жива, Сара жива, Дик? Слушай меня, О'Брайен, короче, он нашел ее удостоверение. Да, Бухарь, я думаю, она жива. Дик, ну ты не терял надежды. Ты всегда знал. Ты не сдавался. И что ты будешь делать? Не знаю, Бухарь. Не знаю, но... Господи, если есть шанс, что она жива, я... Ну... Я должен ее найти. Ты обязан. Черт, мне пора. Рике и Эдди нужно помочь. Полку им там повесить или еще что-то такое. Слушай, поговорим, как вернешься. Конец связи. Ладно, да. До скорого. Дикон, ты где? Рики, мне тут надо кое-что сделать. А ты потом вернешься? Чего? Ты это... В каком смысле? Бухарь рассказал. Бухарь рассказал. Тут не о чем рассказывать. Через перевал с Антиом не проехать. Короче, я вернулся. Я говорю, мне просто надо кое-что сделать. Конец связи. Так, надо осмотреться. Ну уж нет, Коуп, не сегодня! Кто-то попал в западню. Поехали! Я ранена! Ранена! Снайпер на дороге, твою мать! Завалим гадов! Прикончим его! Прикончить его! Он убил нашего! Как тебе, падла? Больше ты никого не подкараулишь. Порядок.
Это Дикон. Эй, как поживает лучше? Эй, я слышала. Понимаешь, о чем? Ну, о том, что ты для нас делал, как ты всех упокоителей. Я знаю, что тебе пришлось. В смысле, ну как еще их можно было остановить? Да. Слушай, Блэр, мне пришлось это сделать, но я этим не горжусь, понимаешь? Это мы же, понимаешь, они наступали. Да, да, понимаю. Не нужно передо мной оправдываться. Я была тут, когда они напали, помнишь? Я не знаю. Наверное, я просто устала, понимаешь? Да, конечно. Заходи почаще. Извини. Ладно. Посмотрим, что старик мне скажет. Уже последний день я был в пути. На меня напала стая зараженных собак. Ты знаешь путь через перевал Тилсон. Ты как-то сказал мне, что... Ничего я не говорил. Иди, да я ладно. Не могу тебе помочь. Просто нарисуй мне карту. После того, что ты сделал... Что сделал я? Да ты на себя посмотри, старик. А? Кэм Шерман? Уходи, и что ты там? Оставь нет, ты давай покоя! Слушай. А что если ты мог бы вернуться назад и все исправить? Я тогда посадил Сару на вертолет с облегчением. Как тебе такое, а? С облегчением. И вот с этим мне пришлось жить. А теперь ты гоняешься за призраками. Думаешь, найдешь жену? Это если ты найдешь. И все наладится, да? Станет прежним? Не знаю, попытаться надо. Ладно. Если я... Это сделаю, покажу тебе путь через перевал. Не возвращайся. Понял, обещай мне, что не вернешься. Как скажешь. Черт, надо поговорить с Бухарем.
жалкой кучке упокоителей. Охренеть. Ой, ну, я... Вот зимой мы были на Фервелл Ридж и видели фриков. Тысячи, тысячи фриков, не сосчитаешь. Да, я помню. А я все думал, что те, которые остались, все мы теперь бездомные. Кучка жалких беженцев. Да, мир теперь их. Мы выживем. Это мы наловчились. Выживать. Не жить. Как говаривал наш Джек, неважно точно знать, куда ты держишь путь, но очень важно знать, куда вернешься. Мы как-то никогда не говорили, почему все еще носим цвета, хотя такие вещи в этом дивном дерьмовом мире уже ничего не значат. Да, привычка. Последние два пса на земле – парни из Фервелла. Ну да, байкеры – самые крутые бродяги на разбитой дороге. Именно. Это уже почти как настоящий бренд. Да. Мы много кем были, но брендом никогда. Когда уезжали из Фервелла, без Сары, без Джека, одни, я знал, что мы оставляем все в прошлом. И теперь у нас ничего не осталось. Кроме этого. Опять подашься в номады? Да, похоже на то. Ну-ка, Джек, иди-ка сюда. Если она жива, ты ее найдешь. Дик, ты готов? Да, Майк, готов. Встречаемся у ворот. Не заставляй меня ждать. Да, конечно, как скажешь. Привет. Майк поведет тебя через перевал? Ага. Ты правда думаешь, она жива? Типа миллиарды погибли, а она осталась жива. Но мы же как-то выжили. Если я сдамся, если я не сделаю этого, тогда я стану таким же, как... Как мы. Да? Как Железный Майк, как Бухарь. Лагерные так нас зовут, да? Иди и отыщи свою женщину. Ладно, я пойду. Слушай, знаешь, что я думаю, Дикон? Я думаю, тебе здесь просто страшно. Ты боишься быть частью чего-то. Ты нам нужен, и тебя это пугает. Прям до усрачки. Мне жаль. Да, и мне. Готов? Да. Не терпится отсюда убраться.
Давай, нам сюда. Ладно, показывай дорогу. Разок рыбачили, ну тогда еще. Да? Он поймал одну и не знал, что с ней делать. Да, Джек такой. Он вас держал в узде. Вы, конечно, много чего натворить успели, но вроде обошлось без убийств. Преднамеренных. Мы никогда не стреляли первыми. Знаешь, сколько сюда съезжалось туристов каждое лето? Немало. Тысячи. Не сосчитать. На шоссе стояли впритык внедорожники и автофургоны, в них сидели мамаши с обгорелыми носами, папаши с пивным пузом и их сопливые дети. Радуга из панам, шлепанцев и гавайских рубашек. Ползли по этой дороге все лето, как разноцветные муравьи. Из Лос-Анджелеса, из Фарвелла, отовсюду, без остановки. Хорошо, что я сюда не ездил в это время года. Нам не помешает. У меня нет выбора, Майк. Ага. Понятно. Иди за мной. Да, ладно. Все, дальше я не поеду. Держись этой тропы. По ней ты спустишься прямо в долину Diamond Lake. Ну, удачи. Надеюсь, ты не ошибся и твоя жена жива. Жива? Ну, может быть. Только спроси себя, что хорошего, если все остальные мертвы?
You never know what tomorrow may bring. The one who lies next to you could be a memory. But life's for the living. I won't be giving up on you. On you. Even though I know you would tell me to. Если ты жива, я тебя найду. Что происходит? Все, парни, расслабьтесь. Он уже подох. Ну ты крутой. Это да. Я Рассел, Глен Рассел. Рядовой Малинс. Привет, Рик. Я Дикон Сент-Джон. Как говоришь, рядовой? Да, так точно. Дешутское ополчение. А ты не местный. Через перевал пришел? Не-не-не, я так, по окрестностям брожу. Пришел из Солт-Флэт, с востока, от Силвер-Лейк. Фух, ого. Ничего себе. А как тебя сюда-то занесло? Как перешел через 97-й? Эй, братан, ну ты даешь. Что? Да он твою шкуру спас. Полковник же приказал сторожить все подходы из севера и с юга, вот я и... Слушай, успокойся, ладно? Давай с этим капитан разберется. Ладно. Да он только что шатуна завалил. Идем с нами. Лагерь рядом с Diamond Lake. Там и жратва, и койка. С нас причитается. Ну да, идем. Годится. А Флорес? Нельзя его бросать. Ты покарауль, а я привезу горючее. Нет. Слушай, будь здесь. Возьмешь его патроны, а я быстро. Хорошо? Погнали. Ну, веди. Держись рядом со мной! У нас тут в последнее время всякий сброс шастает! Если нарвешься на патруль, могут быть проблемы! Ага, понял. Как говоришь, дешутское ополчение? Ты пойми, мне главное, что харчи дают. Если для этого надо ходить строем и говорить «Есть, сэр», мне несложно. И много вас тут? В этом лагере человек 100, может больше. Трудно сосчитать. А вот на базе народу гораздо больше. Ясно. А женщины там есть? Ну, насчет баб можешь особо не надеяться. Полковник сказал, чтоб никакого панибар... Панибратства! Да.
да, вот этого. А так-то к нам принимают всех, и мужчин, и женщин. Полковнику главное, чтобы человек работал и приказы выполнял. Короче, ты меня не так понял. Я ищу группу людей, среди них женщина. Это знакомые мои. Год назад вместе в дороге были. Они ехали со стороны Сильвер-Лейк и, по идее, должны были остановиться в одном из лагерей беженцев. Сильвер-Лейк? Чё-то ты путаешь. Там уж год как ни одной живой души. Ну, может, не год, может, больше. Тут хрен уследишь-то за временем. В общем, я чё спрашиваю, не могли они у вас оказаться? В смысле, вы из лагерей Неро никаких беженцев не подбирали? Ну, могли. Я говорю, у нас большая армия. Спроси капитана. Он сюда ехал через Солончаки. Может, он знает. Капитана? Да, Коури. Он командует лагерем Diamond Lake. Скоро там будем. Мы на месте. Это капрал Рассел. Открывайте! Доложи. Он был у нас уже в руках, байк его нашли, еще дымился. Но упустили, да? Нет, сэр. То есть, да, упустили. На нас там шатун попер. А Малинс и Флорес? Флорес погиб, капитан. Малинс сторожит. Понял, капрал. Бери горючее. Гони к Малинсу, что делать знаешь. Да, да, сэр. Это, если б не он, мы бы все там полегли. Я вроде как пообещал ему на сегодня еду и ночлег, сэр. Капрал, давай вали отсюда. А ты у нас? Дикон Сент-Джон. Капитан Дерри Коури. Что-то не так? Не, все нормально. Я просто как-то устал, уже много дней в седле. Этот Рассел сказал, вы берете людей? Записаться хочешь? Я думал осесть где-нибудь, да, лагерь найти. Что, возьмете? Идем. Давно? По одищу скитаешься. За работу, парни! Трудно сказать. Там быстро теряешься. Есть, сержант! Ой, где ты бывал? Снаряжение? В лагерях давали поручения, я выполнял. В основном охотился за головами. Фриков или людей? Всех. Я был известен как человек, который может кого угодно выследить. Какие лагеря? Где они? Ну, задали на Фервелл. Неважно, их больше нет. Их разгромили. Рассел сказал, вы видели, что случилось с лагерем Сильвер-Лейк? Раз, два. Видел. Раз, два. Настоящая раз, бойня. Держать ритм. Уцелевшие были? Есть, сержант. Несколько. Вот. Держи-ка. Это деньги ополчения. За спасение бойцов. Их тут везде принимают. Хорошо. Хочешь к нам? Жди здесь. Мы скоро будем выдвигаться. Выдвигаться куда, интересно? Ты вроде говорил, умеешь следы искать. Ну так. У нас тут не одище. Порядки армейские. Точно потянешь? На понт взять решили? Я тебя возьму. Но присягу примет полковник. Будь с нами. Поможешь, и я тебя отведу. Я понял. Хорошо. Господи, у этого ублюдка мое кольцо. Он отобрал его у Сары. Он отобрал его, потому что сама бы она это кольцо ни за что не отдала. Значит, она где-то здесь. Этот на ополченца не похож. Эй, чё-то ты как-то не очень похож на ополченца. Я Уэйд, Уэйд Тейлор. Зови Уэйдом. Дикон Сент-Джон. Ни хрена себе!
Дикон Сент-Джон? У тебя папаша проповедник, что ли? Нет. Охренеть, вот ведь имечко. Ладно, слушай, не, ну ты посмотри, это ж долбануться вообще. Ну да. Так что ты, типа, пришел завербоваться в армию, в солдатиков? Не знаю, может, слушай. А ты, походу, водище был не так давно. Да, друг, вчера я пришел. Я тут... встречи с полковником или кто он. Я ищу человека, мы были вместе в пути. Ты тут никого похожего не видел? Нет, друг, но выглядит зачетно, я б такой вдул. Пойду я, друг. Мне на осмотр будут типа в шее искать. Удачи тебе, Дикон Сент-Джон. Охренеть, во имя-то. О, нет, этот совсем упоротый. Он бы не запомнил Сару, даже если бы она по оружию ему дала. Ну, Сара, где ты? Тебя? Куда ты делась? Давай, ты здесь. Где-то здесь. Может, в этих палатках? Может быть, здесь? Нет, не здесь. Чё, проблемы? Как мило. Хорошо, что у нас с Сарой не было детей. Потерять ребенка это... Заглянем в эту лазарет. Учитывая ее специализацию, ей там самое место. Так ведь? А, черт, здесь я тоже нет. Есть, сержант. Сержант, иду. Иду. Наверняка в этой. Сара? Сара, ты здесь? Черт, не здесь. Черт, ее нигде нет. Ее здесь нет. Ну да, конечно. Не могло же все быть так просто. Сент-Джон, ты слышишь? Капрал Рассел сказал, у тебя есть рация. Да, да, я слышу. Жди меня у ворот. Хорошо. Да, вот эта вещь. Не пожалеешь? Хороший выбор. Лады? Пока. Прости, а чем я не видел тебя здесь раньше? Я Лукас Монро. Да, я... В общем, я только прибыл. Дикон Сент-Джон. Ну, ты осмотрись тут. У меня тут всякие запчасти для байков. Если кредиты есть. Ага, ладно. Ага, отличный выбор, правда? Ага. Пока. Привет. 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 Как жизнь? Скоро выдвигаемся. Не передумал? Да с чего бы. А ты тут потрудился? Так, малость. Открывай! И как? Ездишь-то нормально? Ну да, в общем, нормально. Если хочешь в ополчение, покажи, что ты годен. Постарайся не отстать, Сент-Джон. Так что там такое произошло? Вроде похоже на лесной пожар, но там пни обугленные. То есть, деревья сначала срубили, а потом уже сожгли. Зоркий глаз. Мы зовем это мертвой зоной.
Древесину пускаем на баррикады, остальное выжигаем. Поэтому любую орду мы замечаем издалека. И что? Вы собираетесь все здания тоже сжечь, чтобы фрикам было негде спать? А ты знаешь их повадки. Я ж говорю, я водище не первый месяц. Так это вы и хотите сделать? В смысле, ополчение? Решили спалить все дотла? Мы ведем войну, Сен-Джон. Ради победы мы пойдем на все. Войну? А что это, если не война? Ты знаешь, что такое Одище? Ты видел орды? Остановить их может только одна армия. Наша армия. Одной армии тут будет мало. Мы это продумали. Если полковник тебя примет, узнаешь. Ты спрашивал про уцелевших из Силвер Лейк. Ты кого-то ищешь? Нет, не совсем. То есть, в общем, я пересекался в Одище с группой ребят. Думал, они могли осесть в том лагере. Да я думал, может, ты хочешь получить за кого-то награду. Нет, нет. Я, конечно, выслеживал раньше людей, но не на таких расстояниях. Ни одна награда этого не стоит. Приехали. Капрал, капитан здесь. Все сделали. Метку поставить не забудь. Да, сэр. Вы двое возвращайтесь к Diamond Lake. Берите, как его, Тейлора? Да, сэр. Вот. И ждите меня. Расчетное время 6. Не понял? Я буду в 6 часов. Пора бы начать разбираться. Виноват, сэр. Все, иди с глаз моих. Слушаюсь. Нашел чего? А сколько этот... Васкес. Васкес у вас пробовал? Недели 2 или 3. Ха. Время не терял. Это что? У вас были проблемы с поставками? Ну, там, мародеры. Ну, да. Понятно. Ну, что, дальше пешком идем. А с чего это? С того, что Васки что-то мутит. Из байка след не возьмешь. Ясно. С чего начнем? Ну, следы искать нет смысла. Их уже снегом замело. Идемте, надо заглянуть в эту хижину. Веди, я за тобой. Пригодится. Говорите, он украл пайки и боеприпасы? Да. Этот паёк наполовину съеденный. Судя по всему, ваши люди застали его врасплох. Байк стоит на месте. Значит, он ушел через черный ход. На что-то сгодится. Стоп, смотрите. Нашел чего? Ограда порезана. Ржавая. Недавно порезали. Да, идемте сюда. Ага. Эй, постойте-ка. Вот, смотрите. Следы? Да, нам повезло. Сюда. Стоп, погодите. Нашел что-то? Да, гильзу. Новенькую. Он остановился и в кого-то выстрелил. Идемте сюда. Стоп, стоп. Зараженный? А ну, пошел отсюда! Что ты делаешь? Это вообще работает? Кричать на волка? Да, когда как... Вот так. Тогда как? Осторожно, их тут несколько. Вижу. Вот
Вроде это последний. Да, похоже на то. Молодец. Так, мне нужно его рассмотреть. Человеку вашему было маловато пайков. Попал четко в голову, наповал. Волки услышали выстрел. Им олень был нужнее, чем Васкису. Да, другие волки прибежали к нам с той стороны, с востока. Думаешь, они гнали Васкиса, а один охранял тушу? Вероятно. Пойдем проверим догадку. У вас тут много волков водится? Незараженных, в смысле? Патрули видят почти каждый день. В моем детстве в Орегоне волков не было. Койоты попадались, а волки нет. Их всех истребили скотоводы, фермеры и лесопромышленники. Ну, зато теперь они тут расплодились. Стоп, стоп, стоп. Что такое? Это рюкзак. Один из наших? Видимо, его почти догнали. И он бросил груз, чтобы бежать быстрее. Нет, нет, чтобы выиграть время. Упал на жопу, хотел отползти, но тут волк прыгнул. Васкис его завалил. Два выстрела. Ты все это понял? Да. Стой, пригнись, там фрики. Захоронение Неро. Это на нашей карте не отмечено. И кто повсюду был. Ну, тогда можно догадаться, почему Васкис пошел сюда. Давайте обойдем. Знаешь мои мысли. Сен-Джон, сюда! Все, все, я здесь. Если честно, мне надоело убегать и прятаться от этих тварей. Ты когда-нибудь дрался с Роем? Да, было дело. Главное не стоять на месте. Слушай, если хочешь служить в ополчении, нужно думать только о задаче. А задача сейчас не фрики. Когда ты водище, убивать фриков приходится. Так уж мир устроен. Ладно, давайте отойдем подальше от этих могил. Погода холодная, фриков должно вылезти больше обычного. Ну а трупы они за милю чуют. Часть нашей стратегии – находить захоронения, раскапывать их и сжигать трупы. Ну, удачи вам с этим делом. Я таких могил видел сотни, причем только в этой части штата. Надо же с чего-то начинать. Ладно, куда дальше? Туда же, на восток. Впереди дорога. Подождите секунду. Что скажешь? Кто-то еще его ищет? Да вроде нет. Ну, либо он уже труп, либо у него много друзей. Видите следы от колес? Тут проехали байки. Много байков. Хм. Ладно. Пошли. По следам этим. Говоришь, они вылезают в холодную погоду? Да, они это любят. Холод, снег, дождь. Даже просто тучи. Ну, я уже понял, ты фриков знаешь. Доберемся до штаба, и я сведу тебя кое с кем. С кем? Полковник расскажет, если примет тебя. Да, да, вы это уже говорили. Слушай, он кого попало не берет. Просто не хочу зря обнадеживать. За меня не переживайте. Мне по большому счету все равно. Стойте! Слышите? Да, это они лесного поселка. Он есть на карте? Да. Значит, и у Васкиса он отмечен.
Пошли. Если показалось, что Васки там, что бы ты сделал? Ну, он не один. Это видно по следам. Да, какое у вас наказание за самоволку? Казнь через повешение. А что? Это значит, что Васкис без боя не сдастся. Не узнаете своего? Да. Вон он. Ну что могу сказать, как-то вы фигово новобранцев проверяете. Он тут явно как дома. Подождем здесь. Вызову подмогу. Убери от меня свои лапы! Ого! Дерзкая попалась! Ишь ты какая! Это мы посмотрим! Да ну нахрен! Что? Да как-то не могу смотреть, как издеваются над безоружной бабой. Я дал тебе приказ. Приказ? А чё, да мне красная повестка? Вы мне пока не командир. Сидите тут, если хотите. Спасибо, вижу. Ты думаешь, твоя возьмёт? Что ты теперь скажешь, а? Убийца не уйдет! Он меня зацепил! Ишь, ты разбегался! Не у нас потери! Отстой! Мы слышали назад! Спасибо, вижу. Разберемся с вашим бойцом. Васкис больше не мой боец. Уже нет. Ну, шлюха, ты сам рвешься! Давай! Рискни, козел! Заперто. Не-а. Ну, сволочь! Это все, что ты можешь? Я должен быть другим. Так, покаруйте пока здесь. А то вдруг еще кто-то остался. Один справишься? Он и пикнуть не успеет. Эй, не-не-не-не, тихо, не психую, я не трону, я хочу помочь. Иди-ка ты нахер, помощник! Ладно, я в сторонку отойду. Не подходи ко мне! Спокойно, женщина, мы не с ними. Да мне похеру, с кем вы? Ладно, ладно.
Это что сейчас было? Да вот, хулиганы девушку обидели. Васкис мертв. Мертвее некуда. Капитан Коури, прием! Говорит Коури. Мы прибыли! Направляемся к главным воротам! Оставайтесь на месте. Ждите нас. А как же противник и... Они все нейтрализованы. Оставайтесь на месте. Конец связи. Пошли. Мы тут подогнали мотоциклы. Ну, чтобы вам пешком не идти. Свободен, капрал. Ну, что скажете? Я прошел? В смысле? Ну, вы же меня типа проверяете весь день. Вот и спрашиваю, как я, прошел? Да ну, какие уж там у нас проверки. Сам видишь, мы так гребем к себе всех подряд. Да. Да. Ты прошел. Ну, едем к полковнику? Да, поехали. Почему бы и нет? Да где ты служил, Сен-Джон? Да всей заварухи. Ты знаешь, как выглядит паёк, знаешь, как проводить разведку, знаешь, что такое тактическое перемещение. Так в каких войсках ты служил? Во флоте? В армии? Я стараюсь не афишировать, а то ведь в первый год народ так и стремился укокошить всех, кто раньше носил форму. В армии я был в 10-м горном, отслужил полный срок в Афганистане. Ну а вы где? Военного всегда можно узнать по выправке. Ни у кого из ваших бойцов ее нет, только у вас. Говорю же, зоркий глаз, я служил в ВВС 10 лет в составе САК. В Орегоне же нет ракетных шахт. Я был в отпуске, представь себе. Повезло. Пока связь не пропала, я каждый час получал донесения со всей страны. Думаешь, нам тут сильно досталось? Восток от Миссисипи фрики разнесли за 2 дня. Бывал в этих местах? Да. Я жил чуть к северу отсюда. Городок Фервелл, знаете? Нет. Захолустье в ожидании конца света? Ну да, типа того. Значит, ты здесь бывал? Да, бывал. Несколько лет назад. Заезжали сюда с женой. В медовый месяц, в общем. Фото есть? Ну, жены твоей. Мою звали Кэрри. 12 лет прожили. В общем, давно это все было. По-моему, это значит, вход воспрещен. А? Не-не, это нас не касается. Потому что мы не умеем читать? Потому что нам плевать на закон. Говори за себя. После вас. Ладно. Знаешь, делать свою даму соучастницей – это как-то не камильфо. Камиль что? Ну, это по-францу. Ну да. Опять купилась. Извини, пожалуйста. Господи, ты бы видела сейчас свое лицо. Ха-ха, смешно, наверное. Да, будь у меня мобильник, я бы тебя сфоткал. В кои-то веки я рада, что его у тебя нет. Ну ладно, не начинай опять. А я-то что, сам об этом заговорил? А ты продолжила. Куда мы идем? Иди по тропе. Это недалеко, правда.
бы мама, как я гуляю неизвестно где среди ночи в компании мутного байкера. Вот что бы она мне сказала? Не знаю, может, там холодно, надень свитер. Остряк. Ничего бы она не сказала. Ты ведь вроде не хотела им про меня говорить. Да ладно тебе, это было давно, а ты мне до сих пор вспоминаешь. Да нет, нет, я же тебе ничего не предъявляю. Я вот своему старику тоже не сказал. Это потому, что твой отец умер. Ну да, и это тоже. Гораздо интереснее, сказал ли ты своим ребятам, что встречаешься с правильной девочкой из Сиэтла, а не с тёлкой из того стрип-клуба, в котором вы живете. Так-так, секундочку. Во-первых, мы не живем в стрип-клубе. То есть, у нас там пожизненное членство, это правда, но мы там не живем. А во-вторых, я сказал им, да, представь себе. Ты что, правда? Ну да. А чего ты удивляешься? Твоя ученая степень всех очень заводит. О, да, верю. Ты в курсе, что мне давно спать пора? Я в курсе. Все, серьезно. Пошли назад. Мне правда завтра рано вставать. Да? И как там на работе? Ты же мне ничего не рассказываешь. Да просто этот проект. К нам должны прилететь менеджеры из Нью-Йорка, будут нас курировать. А еще у нас строят новую лабораторию, но даже не объяснили мне, для чего она, и план не показывают. О, я-то думал, ты не хочешь об этом говорить. Извини, просто... Да ладно, это ерунда. И вообще, спасибо, что помог мне от всего отвлечься. Да, нет проблем. Стоп-стоп-стоп, это та самая конопляная ферма? Ее ты хотел мне показать? Чего? Ну, вот это кусты конопли, а это растительная система. Значит, это конопляная ферма. А, да. Ты смотри-ка, и правда. Ты приволок меня посреди ночи, не пойми куда, чтобы показать вот эти ваши грядки незаконные. А, ну да, раскусила. Я надеялся, ты посмотришь, дашь нам пару советов, ну, по выращиванию. Обратишь свои знания в полезное русло. Господи, ты совсем... А, я поняла. Ты на самом деле не это хотел мне показать, да? А, нет, конечно. Иди по тропе, мы уже почти на месте. Опять ты меня подловил. Жизнь меня ничему не учит. Не-а. Обалдеть. Посмотри, так красиво в лунном свете. Мы уже почти пришли. А вот что было бы, если бы повсюду погасли огни, все разом, и люди смогли бы увидеть мир вот таким, как есть? В каком смысле? Мрачным, тусклым и гнетущим? Я про луну, про дикие цветы, про светлячков. А, ясно, ты опять прикалываешься. Ты ничего не воспринимаешь всерьез. Ой, я всегда совершенно серьезен. Хо-хо, ну да. Правда? Нет, неправда. Помнишь, я предложила перевести кое-что из моих вещей к тебе? А ты сделал вид, что это шутка такая. Не так все было. Я сделал вид, что не расслышал. Это большая разница. Видел бы ты свое лицо. Вот у меня есть мобильник, и я тебя зафоткала. Показать? Слушай, ты же ученый. Давай вести себя рационально. Во-первых, я просто предложила подумать насчет того, чтобы жить вместе. Мы бы чаще виделись, и вообще это логичный шаг. Что тут нерационального? У тебя дома моя зубная щетка. О, извини, действительно, ты прав. Ты ценишь наши отношения. Ну, а то. Ты знаешь, сколько стоит хорошая щетка? Вот видишь, опять ты за свое. Любой разговор про наше будущее ты обращаешь в шутку. Ладно, слушай. Нам правда надо это обсудить. Мы обязательно обсудим, но просто подожди секунду. Я хочу тебе кое-что показать. Ладно? Видишь? Вот зачем я тебя сюда позвал. Обалдеть, как красиво. Тебе нравится? Конечно, да. Я тут тебя спросить хотел. Да? Дико.
Ты бы... Что, я? Ну, короче... Ты согласна? На двух условиях. Говори. Во-первых, никакой байкерской свадьбы, где ты клянешься залезать на меня так же часто, как на свой мод. Как я могу такое обещать? Ну, хватит. А еще, во-вторых, обещай, что никогда меня не оставишь. Идет. Неужели ты мне клубный перстень на палец надел? Ну да, что? Вот взял и надел. О. Какой милый. Клыкастенький такой. Грызет свою цепочечку. Символ истины любви – это... Собачий череп. А что здесь написано? Эй, а кто из нас тут учил латынь? Ну что? Ну, это... Moriur invictus. Смерть прежде поражения. О, мне это нравится. Но ты ведь потом настоящее кольцо подаришь. То есть это, конечно, да, конечно, красивое. Это ведь все-таки мой перстень. Ну да, его надо будет твой. Мне бы что-то попроще. Можно без клыков. Ладно. Хорошо. А, черт, извини. Да ладно, ничего. Работа, надо ответить. Давай. Алло. Да, нет, ничего, я приеду. Все, давай. Все нормально? Не знаю, просит приехать. Что, вставай. Сейчас приехать? Вот прямо сейчас, среди ночи? Подожди, очень надо, с меня причитается, ладно? Ладно. Идем. Иду. Мою жену звали Бет, и фотки не осталось. Идем. Ну-ка.